Точно так же, что у вас рука свободная в клинике, вот она у вас. Стоп. А вторая готова как подбит, или когда вы подбили его, вот вы его используете. У вас комплекс подготовки дает возможность использовать работу наружу. И когда руки у вас будут наверху не так, а руки хотя бы были, хотя бы локтя на уровне ствола, тогда я могу отсюда ударить. И отсюда ударить, и захватить, и что-то сделать. Поэтому сначала выполните действие самого отнятия или выбивания на пистолет. А потом мы постепенно начнем это показывать. Это куда дальше. Вопросы? Товарищи, сюда подойдите, пожалуйста, все. Направьте на него ствол. Так, подойдите сюда. Так, ровно ничего, я не спрашиваю. Я, наверное, что-то это самое вижу и что-то я говорю. Ребята, вы все держали пистолет в руках? Как он держит, правильно или нет? Ваше замечание. Значит, для того, чтобы отрабатывать, молчи. Для того, чтобы отрабатывать, вы, значит, должны уметь его держать. Дайте-ка мне пистолет любой. Держи, 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 держи. Вот, значит, смотрите, когда вы достаете из камеры, той, не имеет значения, держи! То вы должны помнить, то пистолет держится вот как правильно. Я его беру и вкладываю в руку. Держи. И вот он должен быть продолжением вашей лучевой кости. Понятно? Вы посмотрите, как у него держится. Сейчас попробую я его скорректировать. Я даже не смогу сейчас. Посмотрите на его руку и посмотрите на мою. Я подправил как нужно. Посмотрите, ну-ка подойдите к нам и посмотрите на руки. И так, сейчас чуть-чуть. Сверху смотрите. Параллельно. Нет, вы смотрите, у меня один,
у него сейчас сразу начнется и отдача, и выбрасывание. То есть он никогда не попадет. Второй раз вообще первый раз. Да, какой там второй раз, он и первый не попадет. Вот смотрите, товарищи, я почему об этом говорю? Видите, какое расхождение между вот этим стволом и его почкой. Видите? Я показываю, как это избежать. Держи. Вот я показываю, как избежать. Видно? Вот это положение, вот так вот надо будет добиваться. Ну, теперь пошли. Исправляйте себя, хватит. Значит, я вам просто показываю, чтобы вы...